Планирую установить новый КБ. Что скажете? Эй, все, идем за Фрименом! Проси. Жилой район. 97 ответить код 3. Yeah.
ответить код 3. Внимание! Состояние критическое. Thank you.
Доктор Фримен, Альянс рассек наш тоннель снабжения на две части. Если вы с нами, мы прорвемся через их аванпост. Извините, док.
Простите. Дверь заперта с обратной стороны, доктор Фриман. Может попытаться обойти вокруг. Возьми аптечку. Извините. Не помню, когда я последний раз принимал душ. Смешно, я ведь только хотел быть страховым агентом. Я, конечно, не игрок, но шансов у нас мало. Кому-то интересно, что я думаю? Ты чувствуешь? Я это чувствую. Иногда мне снится сыр. Я голодный, как собака. Когда-нибудь это будет просто дурной сон. Ну, наконец-то ветер перемен. Я уже не мечтаю. Ручаюсь, что в планах этого не было. Умираю от голода. Не помню, когда у меня в последний раз было хоть что-нибудь. Возьми аптечку! Вот бы начать все сначала. Ты ерунда! Так и я отойду. Возьми аптечку! Я никогда не стану шпионом. Я промолчу о том, что это мне напоминает. Вот бы добраться до доктора Брина. На, вот, подлечись! К счастью, этого не видят дети. Не могу поверить, этот день наступил. Чувствуешь? Это свобода. Этот мотив так и засел у меня в голове.
Извини, Фримен. Я уже ничего не чувствую. Ого, дежавю. Эта война вообще, похоже, не кончится. Когда все кончится, я женюсь. Кому-то интересно, что я думаю? Ты ерунда! Мне сдается, все идет только хуже и хуже. Там все серьезно. Хорошо, что вы в костюме. Thank you.
это я. Открой дверь. Я вижу, у вас все получилось. Мы так и знали. Если вы ищете где бы затаиться, то здесь небезопасно. Тут невыносимый обстрел. Доктор Фриман, если вы ищете где бы затаиться, то здесь небезопасно. Тут невыносимый обстрел. Не волнуйся. Пожалуйста. Все в порядке.
Простите. Извини, док. Возьми аптечку. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Кому-нибудь интересно, что я думаю? Не помню, когда я последний раз принимала душ. Я уже не мечтаю. Понятно. Я остаюсь. Выдвигаемся. Простите. Возьми аптечку. Нужно зарядить. Осторожно, Фримен!
это подойдет. Медпомощь. Я уже ничего не чувствую. Ручаюсь, что в планах этого не было. Ты чувствуешь? Я это чувствую. Смешно, я ведь только хотела быть страховым агентом. Я так и знала, что это будет скверный день. Я лучше промолчу о том, что это мне напоминает. Надежь.
обнаружили легкие раны. Требуется медпомощь. Внимание, состояние критическое. На, вот, подлечись. Возьми аптечку. Вижу цель, расстояние почти. Возьми аптечку. Перезаряжу.
поддержки. Что найду тебя здесь. Доктор Кляйнер в безопасности. Теперь мы можем встретиться с Барни. Там внизу командный центр. Я надеюсь найти информацию о местонахождении генераторов. Готов? Вперед! Прости, Гордон. Есть. Та дверь твоя. Я возьму эту. Готово. Жду тебя. Что ж, нам везет. Снаружи на площади стоит генератор. Мы стараемся отключать их, чтобы ослабить хватку Альянса в этом секторе. Мне нужно несколько минут, чтобы обнажить ядро, затем ударь по нему из грави-пушки. И прикрой, если понадобится. Мы хотим присоединиться к вам, доктор Фриман. Это подойдет.
Вперед! Мы скоро отправляемся?
Как только генератор отключится, я открою ворота, и мы сможем выбраться отсюда. Обычная панель. Давай, давай же. Внешний щит готов! Отлично, забей его!
Внешний щит готов. Сзади! Вот, держи аптечку. На вот, подлечись.